Вы будете последняя. Подумайте, прежде чем задать этот вопрос. Шевченко Лиза, первый курс, второй курс, бакалавриат. Как вы быстро перешли. Вот, часто такое бывает, что ведущий, ну, когда он только касается на телевидении, часто экает, когда думает, что сказать, или у него появляется какой-то дефект речи. Было ли у вас такое, или какие-то проблемы с дикцией? У театральное образование у Ивана Андреевича, но ему все исправили, что было еще там. Видите, экать тоже можно по-разному, поэтому я хочу сказать, надо все свои дефекты превращать в свои достоинства, и все. И очевидно, что если человек говорит интересную, хорошую, не только ему интересную какую-то мысль, я готов просить любое эканье, если за этим эканьем что-то будет дальше. Да? А есть люди, которые блестяще выражают, при помощи фантастической дикции, голоса, глубинного речевого аппарата, с невероятной прической, с загаром, в роскошных костюмах молотят и морозят такую чушь, что становится стыдно. Либо банальности. Пошлятину. Банальности. Нет, как раз телевидение позволяет с дефектом речевой сделать твоим достоинством, отличительным знаком. Это абсолютно точно. Спасибо всем вам большое. Приходите.